Всем привет, у микрофона Фликс, и сегодня будет познавательный ролик. Я вам покажу крутые позиции на карте Sandstone. И да, если ты эти позиции уже знал, не надо писать в комментариях. Этот ролик поможет побольше новичкам, чем проигрокам. Первая позиция находится на пленту А, на балконе. На нее можно спокойно допрыгать. С помощью этой позиции можно контролировать проход на мид. Есть еще один способ, как добраться до этой позиции, но он немного сложнее. Вторая позиция находится рядом с первой. Паркурим до балкона, запрыгиваем на перила, уже с перила запрыгиваем на выступ стены, и вот мы в позиции. С этой позиции можно контролировать точку А и окна. Третья позиция находится тоже на пленту А. Запрыгиваем на ящики и запрыгиваем на следующие ящики. И с этой позиции можно контролировать проходы на А. Следующая позиция поможет снайперу контрить руины, вместо того, чтобы делать это в открытую. И последняя позиция находится на пленту Б. Запрыгиваем на эти ящики, и можно спокойно отсюда контролировать этот проход. Надеюсь, я тебе хоть чем-нибудь помог. Ставь лайк, подписывайся. Услышимся в новом ролике. Пока. Would you be my? Is it done? I still got a lot of to learn. I'll admit it. Is it done? I still got a lot of to learn. I'll admit.